85-летнего Николая Дроздова выписали из больницы. С новостями Жан Содель. Здравствуйте. Телеведущего и зоолога Николая Дроздова госпитализировали с переломом множества ребер. О том, что он выписан из больницы, сообщает телеканал 360 со ссылкой на самого Дроздова. Всю боль устранили, все заросли трещины и переломы, можно ехать домой, сказал телеведущий. Его дочь Елена Дроздова добавила, что семья будет помогать ведущему в реабилитации. Я напомню, это просто чудовищный момент был, когда 85-летний человек, ведущий, раскрученный деятель, попал в больницу с переломами 8 ребер. Представляете, вот сообщается, что он поскользнулся, упал во дворе своего дома на юго-западе Москвы, возвращался с работы из МГУ. То есть он в МГУ, видимо, преподает, передает какие-то свои навыки, свой опыт. И под наблюдением медиков он находился 1,5 недели. При этом Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия. Он посоветовал меньше есть и заниматься спортом, тогда можно дольше жить. Я процитирую, в частности, изданию Life.ru он сказал: «Есть чаще понемногу, из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть, и, конечно, лишнюю вес. Самый первый погубитель. Кроме того, постоянная зарядка. У меня есть брошюра лечебной физкультуры. И вот я каждый день по 5 раз сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю это», — сказал Дроздов. Знаете, действительно, мужик молодец. То есть 85 лет — это действительно успех для многих, да. И в этом году ему уже 86 будет. И притом попал в такую трудную ситуацию и действительно по-мужски достойно вышел из больницы и продолжает радоваться жизни. Действительно, пожелаем дальнейшего здоровья Николаю Дроздову. Напишите комментарий, конечно, подпишитесь на канал, действительно, и дальше будет что вместе обсудить. Есть я также в соцсетях, ссылки на них в описании под этим видео. С новостями вас познакомил Жан Содель.